Так, ребят, давайте начинать наше занятие. Мы встанем вот здесь. Все, кто на урок перед нами, те, кто на дискотеку, вот туда. Давайте потихонечку вставать. Можно к нам поближе, мы не кусаемся. Пока. Вопрос, можно ли по одному? Да, можно по одному. У нас, как правило, равный баланс, так что ничего страшного, если у вас нет пары. Итак, мы рады приветствовать вас на бесплатном ознакомительном занятии по прекрасному традиционному парню танцу «Хастл». Сегодня занятие проведут тренеры танцевальной школы движения Виолетта и Алексей. Собственно, пару слов про танец. Танец у нас не традиционный, а, как правило, люди уже... можно сказать, не с детства танцуют, да, это танец, а приходят в старшем возрасте и начинают изучать элементы с нуля, здесь нет ничего сложного. За это занятие мы будем видеть 2-3 элемента, вы увидите, потанцуете, и дальше, если вы захотите, то, собственно, вольетесь на дискотеку, останетесь, потанцуете. Прежде чем начать изучение вообще танца, давайте разберемся с ритмом, поговорим о том, что это такое и как, собственно, будем шагать. Ну что, в музыке есть, собственно, остальное, что нас ведет. Это ритм. Давайте постараемся послушать музыку и найти его. Мы с Виолеттой начнем. Вот тут нам присоединитесь. Я слышу барабаны. Отлично, все слышат. Так, парни, на самом деле весь танец держится на том, как мы слышим музыку. Поэтому сейчас только мальчики выделяют сильную долю. То есть в музыке всегда один удар сильнее, чем все остальные. Давайте постараемся его найти и прозвучим только этот сильный удар. Да, у девочек будет сейчас очень сложная миссия, как и всегда, это улыбаться, вот, наслаждаться танцем. Сложно в реальности, поэтому сейчас тренируемся улыбаться и не мешать мальчикам. Ну что, парни, готовы? Что-то не все парни хлопают, но что? Парни, слушай, хлопают. Некоторые мужчины сегодня на тренировке. Все слышат? Отлично. Ну что, танцы у нас будут сегодня не только с мужчинами, но и по музыке. Молодые люди за Алексеем. Вы можете сразу встать таким образом, чтобы всем было видно, не знаю, в шахматном порядке, точечно, но не в одну линию. Вам да будет неудобно шагать. Несколько линий. Просто главное, чтобы вам было удобно. Мы себя это будем показывать, потом рассказывать, и дальше вы к нам будете присоединяться. Итак, наши готовые шаги. Мы будем двигаться зеркально относительно друг к другу. Мальчики начинают с левой ноги, девочки с правой. На счет раз мы делаем шаг левой ногой вперед. На счет два, парни, делаем шаг правой ногой назад. Девочки делают шаг левой ножкой назад. Два. На счет три, левой ногой назад. Три. На счет четыре, парни, правой ногой вперед. Левый. Еще раз. Левая вперед. Правая вперед. Правая. Потому что следующее упражнение, которое мы проводим с ним, называется
шаг. И снова поворот. Давайте теперь вместе к нам. Так, парни. Также на 6 раз мы идем с левой ноги вперед. При этом носочек сразу чуть-чуть разворачиваем налево. Выучим сначала поворот без базового шага. Делаю шаг с правой ноги вперед, при этом вместе с шагом повернуть вправо, будет так удобно. На счет два. Парни, поворачиваемся влево и переходим на правую ножку назад. Два. Девчонки, вращайте вправо, на правый. 80 градусов. Парни на правой. И дотанцуем 3-4. Левая назад. Назад, правая. Правая вперед. Левая. Теперь еще раз. Шаг вперед. Раз. Девчонки на правую, мальчишки на левую. Парни, поворот влево. Девчонки, поворот вправо. На правую ножку. Далее влево. Левая назад. Правая назад. Правая вперед. Левая вперед. Отлично. Еще раз. Давайте начнем с базового шага. Поворот. 3-4. И раз, два, три, четыре. Шаг, поворот назад. 3-4. Базовый. Раз, два, три, четыре. Поворот. Два, три, четыре. Базовый. Раз, два, три, поворот. Раз, два, три, четыре. Базовый. Раз, два, три, четыре. Поворот. Раз, два. Девчонки всегда вправо, мальчишки влево. Базовый. 3-4. И шаг. Поворот. 3-4. Базовый. Раз, два, три, четыре. И 5, 6, 7, 8. Давайте поднимемся вот то же самое. Базовый шаг, потом шаг поворот. Нет, давайте не подножку, а на слишком нет. Давай, давайте еще разок подсчет. 7, 8. И раз, два, три, четыре. Шаг, поворот. 3, 4. И раз, два, три, четыре. Шаг, поворот. 3, 4. Базовый. Раз, два, три, четыре. Поворот. 3, 4. Раз, два, три, четыре. И 5, 6, 7, 8. Ну что, надеюсь, что всем стало понятно, да, как мы шагаем, вращаемся. Давайте начинать самое приятное часть этого занятия. Мы объединяемся по парам. Молодые люди приглашают девушек, девушки объединяются с мужчинами. И все встают вокруг нас, формируют. То есть хватаем пару и встаем в единый круг. Нам близко подходить не надо, нас много, поэтому все чуть-чуть подальше, чтобы был единый круг. Иначе, если кому-то будет не видно, то он будет достаточно. Давайте, ярко. Давайте чуть-чуть пошире круг сделаем, чтобы всем было удобно, всем было видно. Вот здесь прям так. Очень много танцоров. А давайте так. Вот у нас там девушки есть. Все, классно. Можно сказать, что состав идеальный. Итак, друзья, давайте встанем напротив друг друга и таким же образом мы встаем дальше. Да, парни, для того, чтобы начать танцевать, нам нужно пригласить партнершу. Да, ну, кроме, да, конечно, открывать руки и связать глаза, да, мы предлагаем ей ручки. Делаем это вот в виде таких рамочек. Сгибаем локти на 90 градусов и ладошками ставим вот такую рамочку. Предлагаем эту рамочку партнершу. Да, девчонки, собственно, мы создаем два таких блока, как крышки, да, и кладем свои ручки на ручки партнера. При этом ручки опускаем вниз, девочки, мальчики. На уровне вроде. Рекомендую всем попробовать взять за ручки. Это не сложно. Все, отлично. Теперь попробуем танцевать. Одной, да, сначала один раз посмотрите, как вы это танцуете. То есть мы будем двигаться друг от друга, потом мы будем двигаться друг от друга, да? У нас не сонаправленное движение, как в сайте, да? А друг на друга. Давайте еще разок, точнее, первый разок. Попробуем. 3, 4. Раз, два, три, раз, два, три, четыре. Друг от друга, друг от друга. Раз, два, шаги на большие, чтобы вам было комфортно. Мы движемся зеркально. Парни, значит, раз с левой, девушки с правой. Три,